Цезарь, меня побери, посмотри на этот бардак. Ну да, у Пенни небольшой беспорядок. Беспорядок? Множество Мандельброта — это небольшой беспорядок, а это хаос. Например, объясни мне систему, при которой разумно хранить столовые приборы на диване. И я только догадываюсь, что это диван, поскольку рядом стоит журнальный столик с разгулявшейся на нем гаражной распродажей. А тебе не приходило в голову, что не у всех есть навязчивая идея сортировать, раскладывать и подписывать все вокруг? Нет. Ну так вот, далеко не у всех. И чтоб ты знал, большинство людей не сортируют хлопья для завтрака в порядке возрастания содержания клетчатки. Прошу прощения, но, по-моему, мы оба находим это крайне удобно. Ладно, все, давай, пойдем. Подожди. Ты что делаешь? Прибираюсь. Шелтон, это не твоя квартира. Это вообще не квартира, это сгусток концентрированной энтропии. Ты же не прибирал квартиру трансвестита, жившего здесь до нее? Потому что у него всегда был полный порядок. Бывало, откроешь шкафчик у этого джентльмена, а там слева направо вечерние платья, коктейльные и полицейская униформа. А чего ты делал у него в шкафу? Помогал ему как-то провести кабель для веб-камеры. Привет, ребята. Привет, Пенни. Вот привезли, мы затащили наверх только что. Отлично. Тяжело было наверх тащить, да? Нет. Нет? Нет. Нет. Ну, не будем мешать, мы пойдем. Хорошо, еще раз большое спасибо. Пенни, хочу, чтобы ты знала, так жить нельзя. Можешь рассчитывать на мою поддержку. Это он о чем? Это шутка такая. Я не поняла. А он ее плохо рассказал.